Купил тут зимние ботинки. Цена была довольно высокой. За эти деньги можно купить 2-3 пары зимней обуви попроще. Эти немецкой марки Иосиф Зибель. Они усираются, что европейские дальше некуда. Но мы, по понятным причинам, о такой марке слышим впервые. И вот почему. Сразу же после покупки обнаружилась небольшая царапка на коже. Мелочь, но на новых вещах только из магазина обнаруживать царапины всегда очень неприятно. Почти сразу ощущается неудачная высота пятки. При быстрой ходьбе начинает болеть верхняя часть стопы и голень. В первые же 2 дня оторвались штатные меховые стельки. Пришлось заменить на войлочные. Когда будете покупать стельки, обратите внимание, что их размер должен быть на 2 размера больше вашей обуви. То есть, если обувь 42-го, то стельки должны быть 44-го. Ну и, пожалуй, последняя прочувствованная почти сразу проблема. В верхней части молнии производитель прижег остатки ниток, чтобы они не распушились. Получившийся сгусток в итоге довольно сильно трет ногу. Так что, мужики, зацепок на колготках не избежать. Ну а в целом, ботинки сделаны добротно. Где надо проклеены, где надо прошиты. Натуральный овечий вроде бы мех обеспечивает тепло и комфорт. Даже в минус 10 не холодно. Довольно цепкая подошва, хотя после того, как лед отполировал снегоуборочный трактор, подскользнуться вполне реально. Подошва, кстати, сделана по какой-то экологически чистой технологии, из-за чего может содержать пузырики с воздухом. И это типа не брак, а фишка для зеленой письки. Стоит ли их покупать, не знаю. За эти деньги есть огромный выбор куда более удобной зимней обуви.